представляем вашему вниманию процессор от компании Intel Celeron модели G1610. В комплект входит инструкция пользователя, а также штатный кулер, основание которого выполнено из алюминия. Данный процессор основан на архитектуре Ivy Bridge третьего поколения. Имеет встроенный графический контроллер Intel HD Graphics с частотой 650 МГц в обычном режиме и до 1050 МГц в режиме Turbo, а также контроллер памяти DDR3 1333 МГц. Тип сокета 1155. Также данный процессор не имеет разблокированного множителя, а внутренняя тактовая частота составляет 2600 МГц. Количество ядер 2. Объем кэш-памяти первого уровня составляет 128 килобайт, объем кэш-памяти второго уровня 512 килобайт, а объем кэш-памяти третьего уровня 2 мегабайта. Также процессор имеет технологию антивирусной защиты Execute Disable Bit и энергосберегающие технологии Enhanced Speed Step Technology. При этом тепловое деление не превышает 55 Вт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал. We'll be right back.